Эту схему мы нашли в штабе 79-го ДШБ, Николаевская десантная штурмовая бригада. Значит, мы сейчас находимся на позиции Крым, которая у них обозначена. Значит, согласно этому обозначению, у них идут сектора обстрела от Хрящевки, так, Пионерская. И вот здесь вот дача дальше идут. Слава. Это документы, изобличающие преступную деятельность ВСУ в отношении к жителям Донбасса. Вы понимаете? Это не просто там какие-то доказательства. Это конкретно изобличает их в совершении преступлений. В нашем распоряжении есть ведомость результата проверки минометной батареи 1-го ДШБ с различной подготовкой. Здесь, как вы видите, есть фамилия, звание и кто на что был способен. Минометная позиция подразделения Крым, которая здесь находилась. Значит, с этой позиции велся обстрел Пионерской.